Всем привет, в эфире ночной экспериментальный проект «Профилактика». И сегодня у нас в гостях, друзья, великий и ужасный, но на самом деле благообразный, ходит под Рамштайн, хирург. Также у нас в студии будут две легендарные группы одновременно. Это «Машина времени» и «Воскресенье» в одном лице. И лицо это Евгений Маргулис, не пропустите. Класс. Ну что, солидно, друзья, у меня вот. Что это за вот? Книги. А, что в них книги? Наркотики. Какие наркотики? Какие наркотики? Все наркотики, все вот сколько человечество придумало, все здесь. Почитаем по ходу программы, друзья. Это «Профилактика», поехали.